На экране компьютера, перед которым вы сидите, сайт, посвященный цифровому рисованию. Что это такое? Перед тем как вплотную приступим к изучению цифрового рисования, важно понять, что это вообще такое. В этом видео я расскажу о том, как и почему знание основ традиционного рисования в дальнейшем поможет вам создавать космических десантников и драконов. Рисование — это способность изображать и то, что вы видите, и то, чего нет в реальном мире. Если у вас есть рисунок, то с помощью Photoshop вы можете обработать его и получить качественную картину. Я начну с общих положений курса Control Paint. Это довольно продолжительная серия занятий. Начнем с описания основных материалов, которые нам понадобятся. Все материалы, которые мы будем использовать, простые и дешевые. Упор в курсе сделан на повторении и практике, на простых домашних заданиях. Следующая фаза ⁇ наблюдательное рисование. Его суть в том, чтобы найти какой-нибудь объект вокруг себя или на фотографии и нарисовать его на бумаге. Способность изображать предметы из окружающей вас обстановки нелегкая задача, но она критически важна для того, чтобы воплощать в рисунки образы, созданные вашим воображением. Ведь к этому ли вы, скорее всего, и стремитесь? К тому, чтобы изобретать и создавать свой собственный мир, не так ли? Процесс рисования воображаемых объектов вплотную связан со способностью наблюдательного рисования, позволяя визуализировать на бумаге все те крутые формы и вещи, которые родились в вашем воображении. Суть в том, что ключевой момент иллюстрирования и концепт арта ⁇ это способность представить пространство, свет, персонажей и верным образом отобразить их вместе в своем изображении. То есть рисование воображаемых объектов опирается на мастерство в изображении отдельных блоков, из которых слагается наблюдательное рисование. То есть в изображении света, пространства и прочего. Поэтому мы с них и начнем. Не буду вас обманывать, нас ждет трудная, порой скучная работа. Очень, очень много работы. Но выбора у нас нет. Если вы хотите достичь успеха в цифровом рисовании, то вам сперва нужно освоить основу традиционного рисования. Я собираюсь публиковать эти видео в течение нескольких следующих месяцев вместе с остальным контентом сайта Control Paint. Итак, можете затачивать карандаши, мы начинаем с основ рисования. Далее перейдем к наблюдательному рисованию и в итоге начнем заниматься изображением воображаемых объектов. Спасибо за внимание, следите за обновлениями на нашем сайте.